особые люди. А помните, вы исполняли в музее космонавтики любимый романс Сергея Павловича Королева? Вот может кто-то хочет вспомнить? Давайте. Просим, Антон Александрович. Ну, тогда я должен к этому вопросу вернуться так, что наш округ действительно космический, все знают мемориальный музей, а в мемориальном музее есть квартира Сергея Павловича Королева, где он прожил с Ниной Ивановной, второй женой, значит, до 66-го года, до смерти. Значит, там присутствовал на встречах Виноградов, наш префект. Да, ваш покорный слуга, конечно, там был, значит, Наташа Королева, дочка, Горбатка Виктор, дважды герой, Алексей Архипович Леонов, который недавно ушел из жизни, вышедший первый из корабля. Все что-то первое имели. Женщина была первая, выход первый. Все. Мы на себя взяли все, так сказать. Американцы все получили уже готовы. А допустим, Гагарин, что, будет же или не будет же? Американцы все готовы получили. Это мы не дали уже такое. Вот так что вот Виноградов, это префект нашего района, был наш, конечно, космический. Значит, здесь, значит, музей. Более того, значит, наше ССО дважды было в квартире на ВДНХ Королева. Дважды, значит, люди были очень довольны, смотрели, как жил Королев. Очень просто. Просто, красиво и хорошо. Значит, в это посещение Елена Сергеевна была, значит, открыли, значит, доступ к инструменту. Елена Сергеевна сыграла любимый романс Королева «Гори, гори». До этого к этому инструменту никто не подходил, поскольку вот здесь директриса этого музея. Это нельзя, чтобы кто-то пробовал этот инструмент. Чудесной силою сосала в другую.